В селе Лаштаябай Яльчикского района продолжается строительство храма в честь Николая Чудотворца. Вчера православные жители села собрались у церкви, чтобы стать свидетелями важного события – поднятия куполов. В 1939 году во время второй волны репрессий против Русской Православной Церкви храм в Лаштаябе был разрушен. Восстанавливать ее взялись спустя 70 лет. Силами сельчан и настоятеля Иоанна была построена деревянная церковь, а в 2009 году заложили фундамент для новой кирпичной церкви имени Николая Чудотворца. Радует то, что вот это строительство храма это объединяет весь народ. И самое главное, я бы хотел сказать, воспитывает молодежь, молодое поколение. Потому что к чему-то народ должен верить. А того у нас много лет при советской власти не было. Сейчас радует то, что в многих деревнях, городах много храмов поднимаются. Жители села Лаштаяба ждут открытия новой церкви давно. Село очень большое, и в крупные праздники в старой церкви прихожанам бывает тесно. Строится храм всем миром. Помогают все, кто деньгами, кто своими руками. Постоянно мы не ходим, потому что мы живем в городе, но стараемся приходить частенько, когда вот большие праздники. Ну, конечно, летом приедем помогать отцу Силуану строить церковь, доделать малярку, штукатурку тут. Еще ой-ой-ой. Отец Силуан надеется, что закончить строительство удастся через 2 года. После этого церковь Николая Чудотворца осветят, и местные жители смогут приходить уже в новый красивый храм. Екатерина Кудряшова, Нина Куропаткина, Андрей Спиридонов, Республика.